Первоначально мы делаем разметку. Центруем между двумя проходами. И устанавливаем посреди кафель. Стараемся так оцентровать, чтоб края выходили целыми. Ну и начинаем укладку. Клипсы устанавливаем таким образом. Чтобы их можно было сложить. Вот так вот. Правильная установка клипса придает нам комфортную работу с ними.
так как мы не можем рисовать на плитке из-за защитной пленки, разметку и распил производим таким образом.